Верхние строчки рейтинга в своде социально-экономических показателей не только района, но и области. По некоторым позициям даже республики. Рекордная производительность труда. В совхозкомбинате «Заря» подвели итоги сельскохозяйственного года и наградили лучших аграриев предприятия. На торжественное собрание были приглашены люди, которые своим трудом ежедневно доказывают, если не сидеть сложа руки, все обязательно получится. И крылатое «терпение и труд все перетрут» во многом это ведь тоже про них. Прошлый год, в принципе, сложился неплохо для коллектива нашего предприятия. Хорошие результаты получены в растениеводстве, в животноводстве. Неплохо сработала наша переработка, торговля. Мы получили порядка 153 миллионов выручки от реализации сельскохозяйственной продукции. Чистая прибыль составила около 16 миллионов. И средняя заработная плата около 2100 рублей. Со всем этим стоит большой труд всех, без исключения работников нашего большого коллектива, который на сегодняшний день насчитывает 1500 человек. Все вложили частичку своего труда вот в этот результат. Поэтому сегодня тоже хотелось бы поблагодарить всех за ту работу, ну и, конечно же, нацелить на достижение еще больших результатов. Мазыряне-заревцы на земле научились не просто выращивать, производить, перерабатывать собственную чистую и натуральную продукцию, но и успешно продвигать ее на рынке. Мозырская «Заря» сегодня бренд, которому доверяют в районе и за его пределами. И в этом нет ни малейшего преувеличения. Успешно сочетая лучшие традиции прошлого и инновации, «Заря» сегодня – настоящий агрохолдинг с законченным циклом производства, который не перестает развиваться. Торговая сеть по всей Гомельской области, более 20 магазинов – сотни наименований вкусной продукции, отличная выручка. Стремясь удовлетворить ожидания потребителя, предприятие реагирует на колебания спроса, изучая тренды, вносит в рабочий процесс коррективы. На каждом этапе чувствуется крепкая хозяйская рука. Потребитель же за готовую продукцию «Зари» голосует рублем и повышенным спросом. А она, продукция, начинается здесь, в поле, с колосьев, свежей травы, урожая. За прошлый год мы сработали, думаю, хорошо, получили определенный результат, получили чуть более 40 тысяч тонн зерна всех категорий при средней урожайности 64 центнера за гектара. Получили неплохой результат по кукурузе, заготовили и обеспечили полностью отрасль животноводства высококачественными кормами. Мы залаживаем не просто корма, а сегодня стоит задача обеспечить высококачественными концентрированными кормами, потому что при этом удое, который мы имеем сегодня по животноводству, плохими кормами этот скот не накормишь, это результата не получишь. Поэтому агрономическая служба работает в этом направлении, увеличиваем пассивные площадя и в структуре посева в многолетних тарах в бобовую культуру. Основная задача стоит это заложить качественные корма, не объем, а качественные корма. Кстати, о качественных кормах на 2023-2024 начали думать еще осенью. Удобрения, подготовка почвы, техники, топлива. Основа для дальнейшего роста показателей – новые крупные животноводческие объекты. Именно стройка позволяет ставить перед заревцами амбициозные задачи. Работая 20 лет у «Заря», до сих пор является «Заря» является строительной площадкой. Это было разнообразие, полное разнообразие у строительства. Сначала строили свинарники, потом строили молочно-товарные фермы, птицефабрики, потому что, не произведя здания, не имея здания, по голове не повысишь. Сейчас в настоящее время ведется строительство птичника для птицы бройлера на 52 тысячи голов. Затем это будем реконструировать это из сеновала обратно в откормочник для крупнорогатого скота. И сейчас еще будем делать, и попозже, чуть попозже верстаем проектно-сметную документацию, тоже для птицы бройлера. Будет 5 сараев птенца, для выращивания птенца бройлера. Работать на будущее, на результат. Их труд – это, пожалуй, самые главные инвестиции в развитие малой родины. Его ценят. У руководителя депутатского корпуса района Галины Кудиной была, пожалуй, самая приятная и почетная миссия. Это флагман Мозырского района, да и всей республики нашей. Это образец культуры ведения сельскохозяйственной отрасли, ну и не только сельскохозяйственной отрасли. Это умение торговать, развивать эту отрасль. А самое важное, что мне
сегодня вот выпала такая приятная миссия. Распоряжением президента Республики Беларусь номер 33 от 23 февраля коллективу совхозокомбината «Заря» по итогам работы за 2022 год объявлена благодарность. Поэтому с такой приятной известием мы сегодня будем и вручать, и награждать, и чествовать лучших работников совхозокомбината «Заря». Буквально через пару часов Галина Михайловна вручила благодарность коллективу. Эта награда на собрании и подведении итогов была самой высокой, но далеко не единственной. Практически каждый, кто находился в этом зале, получил благодарность. Награды вручал лично директор Олег Слинько и его заместители. Лучших отметил и районный профсоюз. Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».